Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Знайти роботу за покликанням та фінансовою винагородою – мрія багатьох. Як же зробити це у реальному житті, знає Катерина Трохименко, магістерка психології, лайф-бізнес-коучиня. З питанням пошуку роботи звертаються, мабуть, більшість людей, аби знайти для себе омріяне те, що ми хочемо, і те, чим ми будемо керуватися протягом, можливо, усього нашого життя. Тому пошук роботи – це дійсно справа дуже важлива на сьогоднішній день. Кать, я вас рада бачити в нашій студії, вітаю. З приводу покликання та фінансової винагороди, щоб це все було в одному, чи це можливо? Здравствуйте, Юлечка, да, взаимно рада вас видеть. Да, это возможно, но всегда нужно подходить первоначально, ориентируясь на свои цели. Если мы знаем свои цели, если мы знаем, куда мы идем, чего мы хотим в этой жизни и в работе, соответственно, тогда нам будет намного легче это делать, потому что многие люди составляют резюме, уже даже видно, когда там цели работы и... От упаковщика до логиста, до управляющего, тогда понятно, что человек не знает, чем он хочет заниматься, и вряд ли его примут на работу быстро. А таких много? Таких много, да. Я как карьерный консультант, еще и рекрутер в прошлом, я знаю, что эти резюме проходило много очень через меня, поэтому люди не знают. И особенно, когда они приходят на собеседование, это подтверждается. Але, можливо, люди хотели бы мати ширший профиль, так? Насправді, ви фахівець з одного, так? А поскольку тільки життя настільки зараз змінюється, то, можливо, вони можуть бачити себе і в одному чомусь, і в іншому, так, і намагаються таким чином показати роботодавцеві, що вони вміють все. Або вміють більшість. Чи важливо звертати увагу на такі ваші якості? Чи, можливо, треба зосередитись на чомусь одному? Я вірю, що треба зосередитися на одному, тому що якщо ти професіонал в одному ділі, значить ти дуже хороший професіонал. Якщо ти розпиляєшся, і тут ти і шиєш, тут ти виступаєш і поєш, да, у тебе може бути хобі. Это переводить как в хобби, то есть себе задавать вопрос, чего я хочу и чем я хочу зарабатывать деньги. Тогда мы будем работать с удовольствием, приходить на работу не с кислым лицом, а бежать туда с идеями, с энтузиазмом. Это очень важно. Для человека, в первую очередь, мы говорим о личности, я как психолог, да, потому что потом приходят ко мне в кабинет клиенты и говорят, я работаю на нелюбимой работе, да, мне приносит этот доход, но не приносит больше ничего. И все, отсюда, разочарование в жизни, да. Так. Отсюда и неврозы, и панические атаки, и, скажу вам еще сложнее, бывают и головные боли, и когда приходят со справками от врача, врач сказал, все хорошо, но голова болит, спать не могу. Начинаем разбираться, на самом деле нелюбимая работа. Да, вот так вроде банально, но это очень важно, поиск работы. Насправді, за якими показниками краще би шукати роботу? Тобто, на чому потрібно зосередити вашу увагу в першу чергу? Мы должны понимать, во-первых, чего мы хотим, это мы уже проговорили, и мы должны понимать разумный поисковик, я это называю. То есть мы заходим на джоб-сайты, мы должны понимать, как наша вакансия называется. Если мы не знаем, как называется вакансия, мы просто просматриваем список предлагаемых вакансий сайтом. И тогда мы уже должны читаем обязанности, и тогда мы должны понимать, как называется наша вакансия. Потому что сейчас очень много, да, таких новых слов вводится в вакансии, поэтому разумный поисковик – то, что мы. И, естественно, понимать, какую заработную плату я хочу, какие обязанности точно я могу выполнить, где я могу подучиться. Это тоже можно сказать работодателю, это не стыдно. Учиться всегда хорошо. И мы должны понимать, что... Мы не прыгнем выше головы, если это командировки, а у меня, допустим, маленький ребенок, не могу я, ну, тут не врать ни себе, ни работодателю. Ну так, а для чего потім, так, якщо ви готові, і ви готові виконати цю роботу, так, то ви її виконуєте, якщо ні, то ви ж повинні розуміти, що рано чи пізно, але закінчиться те, на що ви нібито зорієнтовані, але насправді це не так. Тобто чесність, ось це в першу чергу. І, во-первых, економія времени своєго і економія времени компанії, на самом деле, это огромный бюджет закладывается в поиск кандидатов. Это кажется, что там полистали, подправляли резюме, а на самом деле это огромный бюджет. И особенно к большие компании, где есть HR-отдел, работает очень много людей над этим. Поэтому не нужно это думать, что это какое-то просто развлечение для работодателя снова и снова проводить собеседование и производить набор. Поэтому экономия времени своего, и опять же, ты теряешь свои года,
если ты работаешь где-то, где ты потом не сможешь усовершенствоваться. Так, поэтому... ну, тобто, треба, звичайно, орієнтуватись на те, що ви можете по максимуму, да. так, шукати можливості, ну, і, звичайно ж, реалізувати себе вчасно. Так, да. це ми вже визначили. Що може не сказати роботодавець? І зараз теж є, існує така тенденція, коли роботодавець може щось від вас приховати, щось, можливо, не скаже, десь, може, з'ясується щось пізніше, але ви втратите час так само. Тобто, ми тільки що поговорили з вашого боку про чесність, так, як шукача, і з іншого боку ми повинні дивитись на ті хитрощі, які може запропонувати роботодавець. Які вони? На що треба звертати увагу, аби не потрапити на гачок? Не скажете роботодавець о том, о чем ми не спросимо. На самом деле люди идут на собеседование и очень боятся быть активным. Это видно и в зажатости, и в теле, и в каких-то убеждениях, что работодатель очень хитрый, его надо опасаться. Это все убеждение, это надо от этого... Ну, это уже другой вопрос, как проходить собеседование. Да, то есть в этом нужно убедиться, что это нормально. Так же, как он ищет работника, так же ты ищешь работу. Это нормально. И спрашивать все интересующие вопросы. Самое первое правило – приходить на собеседование нужно подготовленным. Мы должны уже понимать, в какую компанию мы идем. То есть мы в интернете, это сейчас несложно, мы забиваем сайт, смотрим социальные сети, смотрим, чем они занимаются. Обязательно смотреть корпоративную культуру, если это большая компания, сейчас на это делается огромный акцент. То есть чем они живут, какие у них... А вы радите шукати? Нет. Не дивитесь на те, что пишут люди? Ну, вы же прекрасно понимаете, что есть люди, которые за определенную плату удаляют... отзывы. Этим пользуется очень много сайтов. Есть люди, которые пишут отзывы также за деньги. Есть люди, которые плохие отзывы напишут всегда о кафе, о магазине, о продукте. Хороший отзыв пишут реже. Поэтому на это ориентироваться в принципе в жизни я очень редко ориентируюсь. У меня очень много примеров, которые доказывают мне, что я делаю правильно. Поэтому на отзывы нет. Также то, что одному хорошо, другому может быть плохо. Мы прекрасно понимаем это в жизни. Да. Кто-то любит лимон, кто-то апельсины. Это нормально. Не значит, что лимон плохой, и наоборот. Поэтому обязательно мы читаем сайт, мы приходим подготовленные. Если мы располагаем к себе работодателя, HR или рекрутера, с кем проходит собеседование, тогда он более открытый будет и работодатель к тебе, ну, в лице там кого. Поэтому интересуемся все, что нам важно знать. Ничего не стесняемся расспрашивать. Говорим честно, что мне нужно там какие-то дни там отгула до того, как я выйду на стажировку. Ну, почему нет? Почему мы не можем честно уже строить отношения с работодателем? Да, если мы говорим о том, что бывают вакансии оборотни, я их называю, когда обещают одно, вот я даже буквально сегодня видела у себя возле подъезда большими буквами «не читать». Ну, то есть, понятно, сразу привлекает внимание, да, и там работа от 15 тысяч гривен, 3 дня в неделю работы. То есть мы прекрасно понимаем, что по этому описанию и размер несоизмерим заработной платы с нагрузкой, и когда и без опыта работы, с 17 лет, с 18 берут. То есть тут надо... И женок. І, да. Наприклад, так? Да. Ну, тобто треба зразу звертати увагу на такі гачки, які вже поставлені, і тут ми розуміємо, ага, висока заробітна платня, наприклад, так, мало часу людина витрачає на виконану роботу, і ось такий вік, який насправді повинен нас трошки занепокоїти. А чому саме так? І, звичайно, що орієнтуватися на такі пропозиції, то краще цього не робити взагалі. Да, за этим кроются другие абсолютно вакансии, поэтому тут надо уже просто знать, какие могут быть обманы. Ну, опять же, это какие-то продажи, ну, что угодно. То есть мы должны, опять же, смотреть всегда на... Сейчас несложно проверить сайт работодателя, всегда смотреть на его статус в интернете. Так, тобто мы уже ось зараз бачимо, що є такі негативні вот, варіанти, які можуть зустрітися на нашому шляху. Ми знаємо, що є та робота, на яку краще не звертати увагу. Тобто це не робота може бути взагалі, а це просто такий гачок, на який ви можете потрапити. А потім ви будете шкодувати, що це сталося в вашому житті. Якщо немає досвіду і немає дорослих людей поруч, а студенти, можливо, так, це люди, які ще не знають життя, які ще не встигли попрацювати, вони можуть, не порадившись з дорослими людьми, не порадившись, можливо, з батьками чи ще якимось, вони можуть потрапити на серйозну
так, на серйозну ситуацію студентів не можуть. Я не думаю, що серйозно. Ну, якщо там вложення, я не думаю, що у студента є там по 50, по 100 тисяч, да, іноді требують там компанії на обучення якоби. Ну, це методом проб і ошибок. Якщо я думаю, сталося, то нічого страшного, да? Здесь нет, ну, ніхто не умер, ніхто не обокрався, в кредит не залез, я надеюсь, там на огромную сумму, то, ну, а как? Ну, а как свой опыт? Если нет никого рядом, ну, тогда сам будешь шишки набивать. Ну, я думаю, что здесь ничего такого нет уже. Якщо ми зараз будемо говорити вже про той ринок праці, який існує на сьогоднішній день в Україні, то потрібно сказати про те, що більшість українців їдуть заробляти гроші за кордоном. Так. Є ось така ситуація, яка, чи вам доводилося працювати з людьми, які шукають роботу за кордоном? Яким саме чином треба це робити? І чи завжди є винагорода у людини, яка потрапила за кордон, наприклад, на заробітки, і хотіла для себе заробітку, а не вийшло, наприклад, так, то втратила сім'ю, втратила дитину і залишилась ні з чим? Є і такі ситуації, аби цього не сталося. От зараз нам треба дати всі рекомендації людям, які цього потребують. Опять же, мы должны понимать, зачем человек едет за границу. Но это эфемерное какое-то название о том, что люди едут только за заработной платой. Не всегда только за этим. Если здесь есть семья, ребенок, можно, конечно, выкрутиться и здесь найти какой-то дополнительный заработок или основную хорошую работу. Понятно, не всегда все так радужно. Можно переехать с семьей, так тоже делаю, да. По поводу того, чтобы не потерять семью. Здесь просто нужно проговаривать с семьей. Ну, ничего волшебного я сейчас, наверное, рекомендаций никаких не дам, потому что здесь какие-то, опять же, человеческие факторы играют. Я знаю, много людей уезжают за границу, потому что им подходит там менталитет. А у меня недавно была клиентка, она живет в США 10 лет, говорит, я не общаюсь с русскими в США, там есть районы, мне вот не нравится мне этот. Она уже привыкла вот к такому менталитету. Многие едут, потому что лучше климат, допустим, возле там Польши, возле Балтийского моря, опять же, да, там, ну, в Одессу тоже можно как альтернатива, но едут в Польшу. Поэтому здесь, я думаю, выбор каждого и какая-то еще под финансовой мотивацией есть еще какая-то. Ну, за кращим життям все одно. Ну, однозначно, либо бегут от нынешних проблем здесь. Але ж вони можуть і там настигнути, ті проблеми. Соответственно. Тут хочеться якраз теж. Тут краще попробувати і жаліти, чим не попробувати і жаліти. Як-то так, это, знаєте. Ага. Ну, в будь-якому випадку чек буде жаліти, якщо він не поїхав. У мене є знайомі, які їздили, кажуть, ні, і тут знаходять кращу роботу. Тобто вони вже порівняли. А так вони жили б сурімо з тим мислю, що а можна поїхати в Польщу, і всі їдуть там, или, ну, за границю. Угу. А многі їдуть і дуже довольні. Тому тут щось під фінансовою мотивацією, я впевнена в цьому. З приводу написання резюме. Ось така дуже важлива сторінка у нашому житті, коли нам потрібно правильно заповнити ті листочки, які в нас є. І це зробити, виявляється, не так просто, бо треба написати чітко характеристику, що ви хочете, як потрібно це написати, як повинно це виглядати, яке фото туди розмістити і чи воно повинно там бути взагалі. Тобто усе про себе треба зараз написати. Як складати резюме, як правильно це робити, аби ваша подорож по життю була вдалою. Да. От ми почали з першого питання, як искать роботу. Я сказала, що важливі цілі в житті, да, і розуміти, чого хочемо. Второе, найважливіше, це резюме. Вроді це глупо, вроді це ні о чому, як всім нам кажеться, але це 80% успіху к трудоустройству, тому що що перше бачить роботодатель, це наше резюме. Тому тут дуже важливо прописувати, не забувайте обов'язково писати свої контакти, будь ласка, не забувайте, тому що я дуже сталкувалася часто, резюме хороше, звонить я не могу никуда, потому что нет ни почты, ни телефона. Фотография нужна обязательно. Фотография нужна своя, без обрезанных тут рук на плечах, там щека чья-то рядом, такое тоже встречается. Своя фотография, сейчас тоже сфотографироваться на телефон, это несложно ставить в файл. Обязательно нужно писать должность, на которую устраиваешься. По поводу заработной платы, ну, можно не указывать, потому что многих на собеседование, многие работодатели предпочитают на собеседование говорить. Ну, мы бачимо вариант резюме, як його правильно записувати чи неправильно. Ось тут один із варіантів. Катя, да, що это тот варіант, который правильный. Это все красиво составлено, указаны контакты, указаны
на цель, на какую занимаемую должность претендует кандидат. Опыт работы мы описываем от последнего. Не от первого опыта, а от последнего обязательно. И самое главное, что мы реформируем, это мы формируем наши должностные обязанности. Не так делал, продавал, общался, заключал, подписывал договора. Нет, это и так понятно, что если это менеджер по продажам, он и так продает и подписывает. Здесь надо делать что-то на действие, то есть что я делал лучше, чем кто-то. И обязательно писать достижения. И обязательно в цифрах. Если это не гуманитарная какая-то профессия, как я психолог, например, да, а если это менеджер по продажам или логист, какие там усовершенствования были в цифрах. Обязательно что-то вспоминать и писать, да, здесь важно. И опять же, мы не указываем, если там человеку 50 лет, мы не указываем весь жизненный путь его работы, это не обязательно. Мы указываем 3-4 последних места работы, потому что читать HR-у эти все, ну, летописи жизни не очень интересно и нужно. Ну, або, можливо, ті найголовніші, на які треба звернути увагу, так? Тобто, щоб людина не думала, що ви можете все на світі, так? А да. Ось саме те... На яку должність претендуєш, да, можна резюме міняти, опять же, якщо от ви говорили, що якщо чоловік разносторонний і хочеться, ми просто составляємо несколько резюме, либо вакансія понравилась, быстро резюме написали, відправили чисто під этого работодателя. Це не сложно зробити, і какие-то шаблончики. Скільки доводиться чекати на ту роботу вашої мрії, яка хочеться, яку хочеться мати. Ну, здесь скажу із опыта, що рассматривают резюме чаще всего около 2 недель. Поэтому тут не нужно отчаиваться, не нужно бросаться, там, рвать волосы, я не никчемный работник. То есть нужно ждать, и у HR очень много работы, очень много резюме отправляется. И они не всегда по делу, а HR надо просмотреть все резюме. То есть вы не представляете, какое это количество информации. Звичайно. Останнє питання. Чому фахівці з високою кваліфікацією, з розумінням правильності вибору не можуть знайти собі роботу, а фахівці, які не дуже десь знайшли себе, але ж вони стають на щабель і стають вище і вище. І ось так стається дуже незручна ситуація, коли людина могла би, але вона не використала свої можливості. Як до психолога звертаємось зараз з цим питанням? Ну, значить, не також і могла би. Що-то где-то... Щось десь не ну, так. Ну, значить, да. Значить, какой-то свой чого путь. Може не вистачати? Какое-то принятие решения банально, не до конца, может быть, хочет он эту, все в нашей голове. Мы когда начинаем ковырять, вы не представляете, какие вылазят неожиданные вообще у человека мысли. А я не знала, что да, да, у меня так, правда. То есть это настолько тонкое это все. Поэтому человек, который с редкой профессией, там, диджитал, там, да, вот сейчас модные там по продвижению, то есть они, понятное дело, будут менее востребованы. То есть они получат там 2 звонка в месяц, например. Человек, который там на упаковщика, на разнорабочего или на кладовщика, он получит, ну, 7-10 звонков, например. Я очень банально, потому что заводов много, компаний, которые продвигают рекламу, меньше. Например, я такие сейчас очень тонкие примеры, поэтому здесь, опять же, знать, где искать, нужно понимать, как телефонную книгу поднять, прозвонить, выставить свое резюме на джоб-сайтах. И еще ни в коем случае не отправлять свое резюме повторно одной и той же компании. Это обесценивает и себя как личность, и компания тратит на это очень много времени. Это не приводит к результату, опять же. Так, треба теж пам'ятати про це, Кать. Ну, хочеться насправді, щоб люди знаходили себе, щоб вони не впадали у відчай ні в якому разі. Бо якщо довго не може людина знайти роботу, значить щось вона робить не так. І треба зрозуміти, що на тому шляху зроблено невірно, можливо, десь є помилки, можливо, ви неправильно склали резюме, можливо, ви не туди звертаєтесь, можливо, не ту роботу шукаєте. Тобто, насправді, може бути багато запитань, на які потрібно дати правильні відповіді. Я дуже дякую вам, що ви допомогли розібратися з цим питанням. Дуже хочеться, щоб люди таки знаходили роботу своєї мрії і сподіваємось, що так і буде. Тож, шукайте, знаходьте себе. І зустрінемось з вами за декілька хвилин.